ты пришла мешать или мне помогать? Скажи мне, пожалуйста. Мы что-то сунулись, а у нас нет яиц. Стоп! Чуть-чуть а ты геркулеса. Будет манного геркулесовый пирожок. А ты реальный медведь? Подписывайся. Будем делать. Пока-пока. Так, всем привет. Как? Вы у нас на канале. Как вы знаете, мы получили вот такую большущую формочку. И будем сейчас делать кекс. Кексы. Из этой формочки. Но дело в том, что кекс у нас будет необычный. Мы что-то сунулись, а у нас нет яиц. Не, у нас есть перепелиные, но они маленькие, мы не будем их ложить. Зато у нас есть кефир, маслечко столько. Кефир у нас стакан будет, стакан муки, стакан сахара. Но у меня не стакан, у меня вот такая кружечка 0,25 написано. И вот я ей мерила. Манки. Можно положить чисто манки. Кружечку, но мы будем его мешать. Я промелила геркулес. Геркулеса чуть-чуть промелила на кофемолке. И поэтому решила добавить его. Да, еще нам понадобится ложка чайная. Манку вот сюда с мукой будем смешивать. Набираем кефирчика. Да, в это время, пока мы все делаем, я сейчас включу духовку. И начинаем мешать все, что можно смешать. Сначала кефирчика. Кефир мы сразу ложим ложку соды без горки. Высыпаем сахар. У кого есть миксер, тому будет проще. У меня миксера нету, поэтому я все делаю так. Ложу масло. Масло чуть-чуть уже подтаяло. Смешиваем его с сахаром. Кефир у нас уже такой бульками пошел. Добавляем сюда кефир и растворяем сахар, чтобы он размешался. Остальное постепенно подмешиваем, чтобы без комков было, потому что миксера нету. Очень тяжело будет все это размешать. Еще добавим ванильный сахар. Я добавлю корицы чуть-чуть. Милана у нас сейчас смажет формочку. Чем? Маслечком. Сейчас я тебе маслечко. Давай его сразу в мишку налью, и ты по мишке будешь размазывать маслечко. Тебе видно? Да. Вот, размазывай маслечко. Милана у нас смазывает формочку, мамина помощница. И выкладываем теперь нашего медведя в формочку. Если есть ягодки, можете добавить ягодки. Может, тоже ягодки добавим? Да, давай клубничку. Да, давай. Все добавляем и клубничку. У нас клубника замороженная с сахаром, поэтому придется ее наковыривать, наверное. Резать кусочками. Вот так вот кусочками порежем и добавим. Вот так вот мы добавляем клубничку. Помельче порежем, она у нас будет кусочками. Можно добавить варенье, можно добавить обыкновенных ягодок. Да, не забывайте подписываться на наш канал. Ссылку на формочку такого мишку большого. Ну вот он большой какой. Мы оставим в описании. Кому надо, заказывайте. Сюда. И все это перемешиваем. Все выкладываем в нашу формочку. Будет у нас клубничный Валерка. Мамина стол вон ясный.
будет. Че, он грязный будет? Я буду ставить эту духовку. Ты не обожгешься? Нет. Там уже горячо. Горячо? Да. Там горячо. Наверное, не хватит. Надо еще узко. Все ингредиенты я постараюсь написать. Я напишу в описании все ингредиенты, из которых у нас... Туда надо полу. Ну, напомню, мы делали без яиц. У нас яиц нету. Вот так получилось, что у нас сегодня не оказалось яиц. А нам захотелось кексика. Такого простого, несложного. Клубничку все закроем, чтобы она у нас не подгорела. Так. Ну, как раз по форме. Вот такой у нас варелка. Чтобы он не жалко и не сладко. Конечно, перед духовкой надо дать набухнуть манке. Я думаю, минут 40 он будет у нас в духовке. Ну все, встретимся, когда будет наш готов Валерка. Встретимся. Пока-пока. Ну вот, мы вытащили нашего Валерку из формочки. Вот. Там кто-то мягенький. Там кто-то есть. Посыпали его сахарной пудрой. Пудру мы сделали путем... Сахар положили в кофемолку, смололи и сделали пудру. И потом через ситечко все посыпали Валерку пудрой. Можно, конечно, сделать и шоколадную глазурь полить, но мы его посыпали пудрой. Можно даже отломить ножку и посмотреть, какой он мягенький, вкусненький, сладенький. А теперь, кому понравилось наше видео, ставим лайк. И всем пока-пока. Уже кекс кушать хочешь? Да. Неси его на стол. Вот такой вот у нас кекс Валерка без яиц. Can we ride in this moment?